Давайте погорельцы мои, заходите. Печку помоги мне занести. Ты сам, что ли, квартиру жил? Отвлекся я! Уходим! Хорошее чувство юмора. С вами начальник аварийно-спасательных работ. А у позвания-то кто? Уж не прапорщик. Борь, ты что делаешь? Дядя Жаля скажет, что если в туалете занят, то можно в раковину. Не без добрых людей мир. Ты елки. У нас 2 часа, 14 квартир должны успеть. Однообразно, как в строю. У меня сын один в Москву уехал. За что? Надо было раньше думать, когда с другими снегурочками бегал. Тачка, понятно? Из дома выйдя, вне погоды. Вы видите, доктор, нехорошо. Я просто решил работу на дом взять. Че я туда-сюда в офис мотаюсь, да? Играйте на риску. Нельзя туда! Пытайтесь жизнь перевернуть! Мужчина должен уметь разжечь костер с одной спички. В лесу каждый сам за себя. Закрывай глаза, а то сейчас щепки полетят.